Слышите, зов джунглей, командиры? Надеюсь, вы тут не заскучаете, хотя, какой скуки речь. Где тирозин, там безудержное веселье. Я вот уже который год веселюсь. Командиры, ну кто так агро держит? Командиры, смотрите, роботы! А, это мои. Они принесли мне тирозин. Белшир говорит, что скоро пробудится еще несколько гейзеров. Если вы ее не слышите, не волнуйтесь, это нормально. Она говорит только со мной. Вот дела. Роботы уже готовятся к выходу, а я даже не собрал им в дорогу запасные аккумуляторы. А вот и плохие парни пожаловали. Кстати, а кто они такие? Ну что, на перегонки! Кто из вас вернется ко мне первым? Ставлю на Гэри. Ему я всегда заливаю самое лучшее масло. Ты ж мой славный малыш. С возвращением домой. Я так по тебе скучал. Похоже, мы уже накопили неплохой запас тирозина. Но для моего исследования потребуется еще. Будь я игроком, поставил бы все свои деньги на то, что скоро появятся новые гейзеры. Ну, если бы у меня были деньги. Мои роботы сгорают от нетерпения. Так им хочется приступить к добыче тирозина. Придется выпустить этих маленьких непосед. Эй, командиры, доброе утро! Противник решил позавтракать моими роботами. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Остановите их, пока они мне тут все не переломали! Они снова здесь! Они снова с нами! Мои роботы вернулись! Хотите отдохнуть с дороги? Кому вам, но с горячим маслом? Противник начал качать тирозин из очередного белширского летуна. Как думаете, успеете вызволить его? Да. У нас осталось не так много времени, чтобы спасти этого белширского летуна. Помните об этом? Плохо, когда все про тебя забывают. А вам часом не удалось сохранить хоть часть выкачанного тирозина? Нет? Ну ладно, не удалось, так не удалось. Командиры, роботы уже в пути. Вы уж приглядите за моими малышами. Эй, они атакуют моих роботов! Командиры, не спать! Что строилось на века и вот-вот будет уничтожено? Мои роботы, конечно же! Это был мой любимец! Умоляю, командиры, постарайтесь больше никого не потерять. Так, роботы уже должны были отправиться в обратный путь. Мне очень нужен этот тирозин, командиры. Для экспериментов. Эти мерзавцы сейчас превратят моих роботов в груду металлолома! А мне потом в ней ковыряться! Хорошие новости, командиры! Мои роботы доставили тирозин. Для меня, во всяком случае, это отличные новости. Осталось чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Победа близка! Вот и рулят! Смешно ведь, ну? Ну, вот и рулят! А по-моему, смешно. Белчир каждый раз смеется. Роботы возвращаются домой. Они как овцы, командиры. И им нужен пастырь, что защитит их от волков, которые уже рыщут неподалеку. Да! Наконец-то я закончу свое исследование и свалю из этой дыры на задворках вселенной. Прости, Белшир, я не хотел тебя обидеть.